Эротический привет. Как мы относимся к однополой любви? Казалось бы, никак. Но наш блиц-опрос на улицах города приоткрывает завесу над этой сладкой булкой. Мужчина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к однополой любви? А, это когда... Это вот так, это когда вот... В смысле... Да, это вот в этом самом смысле. Ну, в принципе, нормально. Обожаем. Обожаете, да? Конечно. Мое увлечение — это Динамо Киевск. Благодарю вас. Ну... Это зависит от настроения, что там не нужно. Это пидор из пидоров! Все! Ни в коем случае не расслабляйтесь. Помните, правильно, до упора одетый презерватив – это решение всех ваших проблем. Иначе будет вот так. Он был один и был, я так его любил, я сама с ним чудила, поверила ему. Он был один и был, я обо всем забыла, но вы, девчонки, все же не верьте никому. Ой, был один и был, я обо всем забыла. Девчонки, все же не верьте никому. Гигиенический тампончик «Тампакс». Уютно размещенный внутри вашего организма, тампончик «Тампакс» впитает все ваши проблемы. Ваши месячные, наши годовые. «Тампакс Банк». Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире наша традиционная рубрика «Человек недели». «Человек недели» — это всегда очень увлекательно и интересно, даже если объявляется такая специфическая, не побоюсь этого слова, личность, как нынешний гость нашей студии Эдгар Грибуля. В свое время Эдгару пришла, на мой взгляд, гениальная мысль, как решить продовольственную проблему, и с тех пор он не моется и выращивает на себе разные сорта грибов. Эдгар, скажите, пожалуйста, когда вам впервые пришла в голову эта идея? Эта идея пришла мне в голову 2 года назад, когда в нашем микрорайоне отключили воду. Это достаточно веская причина, я с вами согласен. Но если не секрет, какие именно сорта грибов выращиваете вы на вашем организме? Их очень много. Вот между пальцами правой ноги летние опята. Очень рекомендую. Между пальцами левой ноги осенние опята. Сладкие, сочные. Грибы – заушники. Гриб – подмышечник. Подсисечник, гриб, сморчок. А там у меня 2 дождевика и строчок. Но вам я их не покажу. Благодарю, не стоит показывать. А вот за это я прочту вам стишок, который написал сам. Кстати, как ваше имя, отчество? Сергей Павлович, ваша услуга. Сергей Павлович, отведай грибок. Это не опенок и не масленок. Это грибок с моих волосатых ног. Тает во рту, как сахарок. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, в рот, в рот, в рот, в рот. Разве это забава? Если хотите порезвить рот, попробуйте Твикс. Сладкая парочка. Итак, наша любимая рубрика «Сплетни из жизни звезд». Мало кто знает, что недавно наш город инкогнито посетил знаменитый итальянский соловей Лучано Паваротти для ознакомления с нашим традиционным замечательным напитком «Эрш». Что из этого вышло в нашем репортаже? Давно нами была подана информация о том, что сэр наконец женился. И вот сейчас получены данные о том, что сэр стал отцом. По настоятельной просьбе матери ребенка назвали Хулией. И счастливый отец начал воспитывать ее так,
как умеет. Музыкальный навоз. Мы снова в навозе. И следующая песня рассказывает о глубоких переживаниях человека, который не смог сберечь гуще житейских коллизий, свое мужское достоинство и все остальное. Черный ветер на крыльях разлук мое счастье унес.